Это уже получается ночевой. Это энзимный пилинг. Раскрабируем немножко кожу. Решайте, давайте решим сейчас после семинара. В какие выходные? Нам один день нужен. Да? 6-7 самые активные дни работы сейчас у меня будут. Давайте мы с вами так сделаем. Я сейчас уточню свою запись тоже, потому что, по-моему, на 9 у меня забито с утра. И мы с вами до конца семинара определимся уже с днем, и уже тогда решим. Постараюсь, чтобы к нам к этому времени уже с вами приготовили ультразвук. А это что? Энзимный пилинг я чуть-чуть добавлю. А, это вы мне скажите, пожалуйста, кто работает с роллером? Роллер надо показывать? Меза с роллером. Да, надо. Надо, да? Скажи, что это такое даже. Хорошо, договорились. Следующий у нас завтра блинда, да? Угу. А что там у нас завтра будет? Завтра чистку сделаем. И очень большая тема касаемо стволовых клеток. Будем проходить. Потому что тоже занимают свою нишу стволовые клетки уже очень давно. Столько много ноу-хау, столько много брендов, поэтому нужно быть всегда на волне, на плаву. Иногда бывает, приходят пациенты и рассказывают про что-то, а ты ни сном, ни духом, поэтому... Ультразвук надо показывать. Вы работаете, да, все девочки? Хорошо, посмотрим. Если будет возможность для девочек, я потом четвертой темой сделаю. Вы уйдете как раз, если будет интересно. А девочкам я покажу. Это нам по разу, да? Угу. Нет, это энзимный пилинг. Активатор мы с вами использовать теперь не будем. Мы будем исключительно вбивать сыворотки с вами. Или ее. Либо она сухая, пустой тоник, сколько взяли. Классику. Это гиалуроновая кислота. Немножко вы почитаете сами, посмотрите, начнете когда работать, будет очень все понятно. И будете хватать без разбора. Это которая DH, да? DH Pro. Да. Распространяем полностью на личико. Сколько процентов? 1,7, если я не ошибаюсь. Это что, без перчаток для вас? А, 2,5, да? Не, ну, вам здесь самое главное прочувствовать каждую вот морщинку, просмотреть, проложить, поэтому чаще всего без перчаток работа происходит. Если хотите, можете работать в перчатках. Но самое главное, значит, энзим убрать с перчаток. Полностью вставать, мыть ручки. Ее также под глазки можно. Обязательно под ресничный край полностью заходите. Я здесь не стала смывать макияж. Ну, под ресничный край заходите полностью, закладываете в морщинки, даете ей возможность напитаться, ну, где-то минутку полностью.
всю-всю ампулку сразу на лицо. Делить вскрытую ампулу я не советую, потому что срок годности у нее всего лишь 3 часа после вскрытия. Она активная, поэтому постарайтесь сразу внедрять все на лицо и не экономить. Вот именно касаемо сывороток не экономить. Угу. Половинку на клиенту, половинку на себя. Ну, это другой вопрос, очень интересный. Шутка. Альгинат заложим. Посмотрите на альгинат. Хорошо. Сверху, да, мы еще маску сделаем. Сделаем. Про такого можно и без альгината. И с альгинатом. Хотите, чтобы пораньше отпустить сегодня, могу без альгината. Альгинат покажу. 20-25 минут. Хотите, покажу на второй день с альгинатом? Вот сейчас. Давайте сейчас сделаем. Они торопятся, могут уйти, я покажу с альгинатом. А результат? А, результат. На фотографии покажете. Нет, торопится. С альгинатом? Он не застынет. Ему время нужно. Минут 15, минут 10 он должен помешать. Но если с альгинатом, со всем этим мы до 3. До 3 нет. Но... Ты уже знаешь, как альгинат действует. Ну да. И ты запомнила, что такое альгинат. Сейчас, допустим, да, мешает, потом уже преобразуется пациент. Может, мы тогда потом альгинат сделаем? А, смотрите, мы сейчас посмотрим, какой результат будет без альгината. Внедрили сыворотку. Девочки, можно потрогать? Можно потрогать. Вот такое состояние, когда у вас чуть-чуть остается сыворотка, не до конца, наносите сразу же вторую. Можно, можно трогать, я думаю, ничего страшного не будет. Это которая S Pro, это будет? Да, S и Pro. Сверху сразу же вы наносите пептиды. Вот у меня все закончилось. Ну, смело, если вы предлагаете курс своему пациенту, у вас такая упаковочка, ну, где-то на... 1,5 человечка, да? Если 8 процедур, то на 2. На 2. Если сделаете больше, то получается где-то 1,5 человечка в любом случае. Ну, часто доходит до 5 процедур. Чем больше вы наталкиваете в кожу гиалуроновой кислоты, тем лучше результат. То есть здесь по накопительной. Вторая процедура происходит намного эффективнее, нежели первая, потому что нам здесь кожа не получала достаточных компонентов. Активно, да, да, совершенно верно. Минимум 4 процедуры, это минимум, которые нужно сделать. И либо одна, как на выход, если к вам вот пришел, и вам, ну вот, вы на выход ее сделали. Но уверяю, по крайней мере у меня, если я делала на выход, возвращались именно на эту процедуру. Экспресс. Есть очень хорошая разработка, я сейчас думаю над этим у себя в салоне, поделюсь, сделать какие-то прям курсы, может быть, глубокое очищение, там ультразвуковую чистку, к примеру, сделать, затем вот такой уход полноценный, да, к примеру. Ну, пусть на основе геоматрикса расскажу. К примеру, сделать вот такую процедуру. Через недельку, к примеру, массаж лица, да, совместить с массажем лица. И еще одну процедуру. Чтобы вы купали, да. Да, сделать, к примеру, еще на ультразвуке, да, внедрить поглубже. Вот такой пакет, вы все рассказываете пациенту, что с его кожей будет, как она будет очищаться, внедряться в кожу все. Ну, к примеру, поставить, конечно, выше цену вот за такой пакет 83, но по акции, если он все выкупит, ну, поставить 20 000. Это очень-очень действует на пациента. Вот так мой шеф работал в Алма-Ате. То есть мы работали исключительно по таким пакетам.
по распрограммированному уже лечению. Очень редко мы отходили от них, но это было достаточно эффективно, потому что не одна процедура была, и сразу пациент понимает, зачем чистка, ага, зачем здесь пилинг. То есть есть смысл поработать над этим, подумать. Я думаю, уже просто на глазах, если сейчас зафиксировать глазик даже. Кто-нибудь обратил внимание первый раз на глаз до процедуры? Как вы себя чувствуете, расскажите? Замечательно. Что-то есть? Дискомфорт? Нет. Какой-то, может? Здесь можно даже не массажировать, можете просто нанести и дожидать экспозицию самостоятельно. Просто бывают пациенты, которые не любят активного, да, массажного движения. Хотя бы как первый слой, то есть так, чтобы вы понимали, что 70% впиталось. Большое внимание вот меня попросили. Что касаемо, если здесь с объемом понятно, да, полную ампулку вы вытаскиваете, здесь ну половина где-то пипеточки достаточно. Вот такой маленькой. Если вы использовать будете 50 мл большой флакончик, там 1/3. Ну, смотрите, опять-таки, по наполненности кожи. Что касаемо здесь, самой матричной вот сыворотки, вы должны понять, что вы полностью все лицо просто обволакиваете этой сывороткой. Только потом вот мне немножко даже не хватило. Только потом начинаете распространять. Сыворотку кто-нибудь пробовал? Можете взять, посмотреть на ручку, понюхать, она такой достаточно. Сильно не пахнет. Активно ничего не пахнет. У нас есть так. Закладываем один. Хорошо. У нас есть где-то минут 5-7 нанести альгинат, пока подпитается.